24 ноября ребят и их родителей ждала насыщенная программа, которая позволила всем прикоснуться к культурной традиции Санкт-Петербурга. Юные гости со своими педагогами и родителями посетили великолепный Эрмитаж, интереснейший гранд-макет, а также две горячо любимые мультстудии «Смешарики» и «Мельница». Желающих посетить экскурсии в студии оказалось даже больше, чем смогли вместить предварительно заказанные экскурсионные группы. Студия называется «Мельница». Мы все когда-то, то есть старшее поколение студии, работали на киностудии «Лена Учфильм». Кто был аниматором в электронном цехе, кто был там, допустим, как я, директором картины. Каждый день мы приходили на работу. Даже Сергей Михайлович Тельянов, этот легендарный продюсер всей страны, после института был Сережа, редактор. Значит, смотрите, каждый день мы шли по улице на улицу Мельничную, дом 4. Мельничная 4 у тебя в башке уже сидела. Ровно через дорогу, вот как директорская дверь, у нас был мукомольный комбинат имени Ленина. Иногда к нам бежали крысы, иногда мы шли летом по муке. Но тут мельница, тут мельница. И когда сели Сельянов с Боярским, мы думаем, первое, что влетело им в голову, как они говорят, это слово «мельница». А потом такой придумали хороший знак, а потом мы же тоже мелим и что-то производим. Значит, вот на этом этаже сидят аниматоры, которые рисуют. Здесь нет ни одного человека, который не умеет блестяще рисовать. Для того, чтобы попасть на работу на этот этаж, нужно закончить художественную школу и как минимум художественное училище. У нас наши лучшие аниматоры, например, занимались росписью по дереву. У нас кто-то педагог после института Герцена, кто-то из академии, кто-то из Штиглица. Это не важно. Работать они... Четко аниматоров в стране вот, готовят только два учебных заведения, вот, где мы точно знаем, что людей учат анимации. У нас была, конечно, мечта попасть и на фестиваль, и особенно посетить студию «Мельница». Когда у нас был вопрос, куда мы пойдем, мы однозначно сказали, что мы пойдем на студию «Мельница», чтобы увидеть, как снимают наших любимых богатырей. То есть нам раскрыли все секреты. Для меня, как для педагога начинающего, это было... масса новой информации, что мы можем использовать в дальнейшем работе, а, наверное, для Екатерины, как ученицы этой студии, она вообще открыла для себя, по-новому взглянула на новый, ну, на весь мир анимации. То есть то, что у нас есть, это совершенно другое. А здесь уже профессиональное, как записывается звук, как все это делается. Мы видели работу студии «Мельница», как она происходит вообще, как работает анимация, рабочая, интересно, мне понравилось. Самое главное во всей этой работе – это работа режиссера, а все остальное – это уже помощники, составляющие, которые делают мир мультфильма красочными и красивыми.